так. Нет, что? Что? Что я вижу? Это же девочка в клетке с шипами. Вот где тебя держат. Почему из тебя сделали машинку? Нет, она меня переехала. Остановись, пожалуйста. Почему твоя клетка такая страшная? Как от нее убежать, убежать, убежать? Так, я знаю один трюк. Один маленький трюк. Ха-ха. Так, нужно провернуть его еще раз, чтобы она упала туда вниз. Все, ребята, у нас сейчас получится. Обязательно поставьте лайк мне. Срочно, срочно. Если она упадет, ставьте лайк. Всем привет, ребята, меня зовут Спуни, и мы с красным шариком отправляемся в это прикольное приключение. Давайте поторопимся, нужно залазить вот сюда наверх. Оп, привет, пчел. Ха-ха. Пчел у нас получил. Так, что теперь? Ой, попали. Ой. Фух, пронесло. Пронесло, так понесло. Оп, забираем ключ. Да, ты далеко, змея, не шипи. Я знаю, что эта змея далеко. Так, ёжики, это что у вас за такие движения? Непонятно. Да чтоб тебя, колючий ты, ёж! Все, убегаем от них. А то они меня словят. Ой! Чуть в колючку не попала я из-за этих змей. Опа! Соберу еще вот эти. Не справитесь вы со мной. Так. Эй! Вы чего разбежались там? А ну идите сюда. Все. Получилось. Так, что ж теперь? Оп, перелезли. Так, ждем, тут должна выдвинуться штука. Так, ежи, надеюсь, вы не будете на меня нападать. На меня в прошлый раз этот еж скинул, я из-за него свалился. Какой-то топор огромный, что мне с ним делать? Чё это он такой гигантский, а? Ну вы серьезно? Так. Еще. Так, не так тут все и просто, как кажется. Оп. Башня. Тут, наверное... А где ключ? Мне кажется, тут еще должен быть ключ. Эй! Эй! Оп! Все. Ай, лопнули мы! Физики, домой, возвращайтесь. Почему? Ладно. Фу. Все я ключи собрал, обманули меня. Ну что ж, теперь сюда так опа и залетели. Все. Спасено фризлов ноль. Да ну, они все потерялись у меня. Что я делаю? Что тут у нас? Ух ты, это уже, ребята, последние уровни почти. Куда? Как ты меня укусить успел? Так, все. Ух ты. Так, это что тут делается? Ай, ну конечно. Естественно, мы заедемся. Я хочу посмотреть, как эта штука выглядит. Откуда вы тут выезжаете, а? О-о-о, упали за карту! Нет! Это как такое случилось, а? Меня к такому не готовили. Да
что ж ты каждый раз меня тут будешь кусать? Вот сиди теперь шишкой, Змей Горыныч. Ой. Опа. Ёжики, ёжики. Нет. Нет, не получится. Текс. Вот. Я знаю, что эта штука выдвигается. Где? Это что, рой пчел там летит? Че у вас тут так много? Три штуки. Ага, где же ваше гнездо? Я вас всех победил. Отдавайте теперь мне мед. Куда это все едет? Куда это все едет? Страшные вещи. Так, непонятно, зачем эти все были круговороты. Ладно, ладно. Фикс, это я заберу. Теперь сюда так, оп. Перепрыгнули этого малыша. Ой. Нет, на мельницу-то я точно попаду. Классно. Ку-ку. Опа. Ку-ку. Опа. Ку-ку. Эй. Ой, человек ты, паук. Или ты этот насекомый паук, да? Что нестоногая напала на меня. Ой. Ой. Ай. Всех фризликов потерял из-за вас. А что ж такое? Ага, ну что ж, вот такая вот получилась серия, мы справились и все прошли. Ставьте лайки и
Thank you.